На прошлой неделе артисты ансамбля песни и танцев «Саяны» вернулись из Москвы с наградами. Мужской квартет с бронзовой медалью и женское трио со званием дипломантов второго всероссийского конкурса артистов балета и хореографов. Согласно положению конкурса, коллективы должны были представить по два номера на каждый тур. Ансамбль «Саяны» принял участие в номинации «Народно-сценический танец» и представил на суд жюри 6 номеров – 3 мужских танца и 3 женских. Конкурсные выступления проходили в Московском детском музыкальном театре имени Натальи Сац. Первый день был посвящен репетициям, второй и третий дни – конкурсным выступлениям. В четвертый день состоялся красочный гала-концерт, собравший лучшие номера участников. Честь выступать на гала-концерте была предоставлена и нашему именитому коллективу. За почти 50-летнюю историю существования ансамбля «Саяны» коллективом проделана огромная работа. Подготовлено множество программ, которые до сих пор пользуются успехом. В следующем, 2018 году, ансамбль откроет свой юбилейный 50-й концертный сезон. К этому знаменательному событию артисты уже начали подготовку.